Я Дарья Клишина, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике в проекте «Тверь Тим». На самом деле, тот момент, когда к тебе приходит успех, он очень короткий. Это момент, наверное, твоей победной попытки. И то состояние, которое с тобой остается совсем недолго, буквально несколько дней. И дальше ты понимаешь, что на следующий день тебе нужно делать еще больше, работать еще усерднее для того, чтобы подтвердить то, что у тебя уже есть. Успех в целом, наверное, сложно его описать именно так. Он состоит из маленьких каких-то моментов, которые запоминаются и остаются в душе, и к которым ты все время пытаешься вернуться. Что касается фотографий в Инстаграме, две фотографии, которые будут бороться друг с другом, и, скажем так, займут первое место по сбору лайков, это будет две фотографии. Это будет фотография в купальнике и фотография с медалью. Большое количество подписчиков, они хотят видеть прекрасную тебя, прекрасные, красивые фотографии в красивом месте. И это, по моему мнению, как раз-таки не стадион, к сожалению. Поэтому фотографии в купальнике людям нравятся гораздо больше, чем мое, например, уставшее, измученное лицо после тренировки. Из-за этого приходится делать какой-то микс из своего контента, чтобы людям, скажем так, было интересно следить за мной и за моей жизнью как в спорте, так и вне спорта. 5 качеств, которыми должен обладать человек, чтобы мне понравиться. Первое – это будет ненавязчивость. Он должен быть добрым. Он должен быть нежадным, умным и, конечно же, отзывчивым. Это будет очень важно для меня. И вообще человек всегда должен принимать другого человека и любить его таким, который он есть.